Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Египет в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Как ты думаешь, Биг Бен, это... Что это там? Так... Должен отвалиться, по идее, город. Хотя... Ну ладно, все равно буду тут стоять. Ладно, сейчас мы обманем судьбу. Дальше уж нужна что. Чалин корами. Беру назад. Не, я тебя не пробил бомб, мне нужно 3 бомбарды минимум. Нефти 2 штуки, охренеть. Блин, какие-то пригороды не очень. Ладно. Ты по деньгам, Катчик. Как плохо, если караван не вышел. Две электростанции надо, 3 мушкетера. Так, 3 мушкетера. У меня до арты 18 ходов, просто жоп. Всего лишь. Это жесть. Как раз к концу игры. До 30 ходов. Что я попробую улететь на ракете куда-нибудь далеко, поэтому давайте-ка мы в космопорт пойдем. Сколько там? Что
что для этого надо? Пригород. Строится чудо света промышленной эры. Немцы и прочие товарищи. Да-да. Что вы думаете по поводу Сандры? Это нереально. Тем более он мой союзник, кстати. Мне кризисный союз не пришел никакой. Да, у тебя столица упала, ты можешь выходить, ну тут. Ну, не повоюю, чё. Дач. Да не. Я вот принял кризисный союз, но просто вокруг каждого города два кольца танков. Ну, образно, но в каждом городе вот 3-4 танка, армии там. Даже не интересно. Я принял. Очки, так, видишь, моего пост? Вот ваш шанс получается. Ну, пользуйтесь, правильно? Нет? Ребят, да, может, все-таки сейв сделаем до завтра, а? И завтра быстро доиграем. Или что, вообще все завтра не могут? Сандро не может, Артем не может. Я завтра просто там уезжаю, как бы отдыхать, и я могу вернуться очень поздно. У меня тоже у друга 30 лет, я как бы приеду даже, я не знаю во сколько, и по-любому бухой. Как бы. Подводить не хочу, обещать, что приеду и не приеду. Ребят, ну, смотри, у меня столицу забрали, я могу не приходить, честно говоря, у меня душа чиста. Какой ты хитрый. Да, так что мне все равно, давайте вместе. Если будем играть сейчас, я еще могу качку, если немножко пощипать, конечно, там. За пятку. Да сейчас там помогут тебе, не переживай. Ну, если Сандо приедет, все будет хорошо. Да. Во, свободен военный союз. У меня? У меня. Кого? Сандра? Хочешь себе вассала? У меня свободен. Ну а вы можете с Андреем войну объявить, если чё? Я могу, ничего тут. Не, я пас. Я просто вижу, что там едет. Блин, не знаю. Разочарование. А ты принял, да, на меня союз? Кризис, да, тачка? Да. Понятно. Там кризис, две боевые мощи. А я прям против качки. Какой против меня кризис был? Сторону поедешь. Зачем? Не знаю. Почему бы и нет? Ну, мне через немца ехать, как бы, со всеми с руки, ну это глупо. Вообще, ты с чем мне друзья, ехать? Да. Я это союзник вообще. Германия. Ты че? Что это? А, это захват. Ой, нахер это 3D юниты не ходят, в 2D все ходит.
Это такой бред, что юнит не может походить, пока анимация идет, в шоке. Блин, тут еще под американцем столько руинок. На. Что ты мне что-то даешь? А тебе не надо? А что, вы отказываетесь от торговцев, не понимаю? А, сейчас заберу. А я не знаю, мне пишет. А, это я... кто-то взял. Я вообще последний его должен брать. Подождем ход. Египет должен брать его. Следующим ходом покажет. Мне дало брать. Так всем дают, все первые. Это кто-то взял, и теперь очки уменьшились, теперь все могут взять. Мы можем подождать следующим ходом. А, забрать. Ну, у меня кнопка была, мне ж пропустили. Я два торговца подряд взял. Класс. Говняных, правда, но... Класс. Леша, у тебя еще есть города неподалеку? Вот в районе Мендеса. Дай проход, пожалуйста. Зачем тебе проход? Караваны кидать. Я вот только к вам могу, я вот в Арабы один город могу всадить, и к тебе в два города. Мне нужно еще увидеть один город, чтобы еще кинуть караван. У меня нет денежек. Мои союзники внезапно оказались врагами. Качка, ты сам навязал нам такую политику. Мы вообще не знаем, что они... Ну, слушай, либо вы меня пилите вдвоем, либо я вас выношу поодиночке. Это ну, кто тебя будет пилить вдвоем? Греб на тебя пошел, Качка. Слушай, у него было больше кораблей, чем у меня. Он бы на тебя не пошел. Если бы он пошел, бы он пошел на меня. Зачем вы... Вы вдвоем могли договориться, распилить меня легко. Ой. Не знаю, почему вы не договорились. Потому сложно. Что Грэмми ничего не отвечал. Я ждал, пока он с тобой заключит союз. И вы меня просто так легенько возьмете и все. Зачем ему мне давать союз, если ему нужны города? А у меня много городов. Он бы взял 3 морских, а ты 2 сухопутных. Все были бы счастливы. Блин, там еще пригороды надо на самом деле, блин. Я на самом деле рассчитывал, что Invictus примет, и мы с ним замиримся. Ну, видите, как получилось. В смысле? Ну, там был кризисный союз против шотландцев. Thank you.
я не знаю зачем, но я надеялся, понимаешь. Грей пришел ко мне. Ой, Грей, ну, с Андроей ко мне сейчас придет. Люк. Он приедет скоро. Побыстренько. Я тебе говорю, он уже здесь. Прошмигнется, знаешь, так щух по полю. Щух. Ну, да, наверное. Шлях с тахтанчиками. По моим равнинам. Печально, что ему в спину никто не может ударить. Андрей, сейчас тебе еще. Вообще-то. С Андрей, сейчас тебе еще город поставлю, видишь, у меня идет посел. Сейчас город поставлю, тебе хорошо. Ну, писай еще один городок. И уголь, и все, тебе здесь. Даже серебро. Там 15 армий танков. This intelligence brought us back. Но я с воды могу убить 3 города. Если тут же на то пошло. Польска, иди лучше защищайся. What you say? Defense. No. I must die. Даже как неинтересно. Ну, если Сандро хочет проехать, я ему дам право прохода и посмотрю, как ты будешь умирать в муках. Не переживай, без тебя подоедет. Да, наверное, поляк тут, наверное, нет резона проход. Проще проехать реально. Там две тычки в твой город, даже стен нет, понимаешь? Как не стен? Где нет стен? Стен. И стены. Посмешище, не стены. Ну тебе не лучше. Ну так и есть же, согласен. Ты сам 68, что ты гонишь на меня? Ну, Биара. Ну я-то могу апнуть танчик, не. Это он 220. Что сделать? Ну, я тоже смогу. Но ты можешь вот смотреть на мою денежку. У меня нет союза. У меня нету этого каравана. Лиссабон войну еще объявим. Материал.
Я там немножко флота купил, когда я на Виктус приплыл. Так вот. Сандр, здесь танки я вижу. Черный. Черный танк едут. Бывает. Было бы интереснее с ними воевать. В черном-черном городе черные-черные танки. Это светлый город, ничего не знает. Я выжил. Вот так вот выживают. Серьезно? Нет, я не выжил. В Инвиктуса, кстати, с экономическим союзом всего по 9 монет кидались караваны. Я в шоке был. У меня к тебе кидалось под 18. Ну так почему? Почему ты не построил золотые районы? Как не построил? Ну почти в каждом городе были золотые районы. Ну вот в Лодзе нет. В Лодзе нет. Там Альгерт, у меня там не было. У меня был кампус. Не было места. Я еще. Даже не успела построить ромашку, я сразу стал с вами думать о войне. Ну, зря. Скандал. Вы меня сразу напрягли своими разговорами. Шпионов убирать, это скандал, блин. Не шпионов, а послов. Выносите Виктуса, не выносите Виктуса. Так ты же сам говоришь, я сейчас приплыву, тебя фрегат набить. Господи, ты все слушал, что я говорю? Да, внимательно слушайте. Ну я ж приплыл, я тебя не обманул. Нет. Убить не смог? Ну, все, мне кажется, что 8 урон получит, да? Чем 10 урон. Конечно. Слишком сфабриковать далеко. Скандал это что? Это лояльность снизить? Нет, убить. Нет. Компания по дискредитации, это... что это такое? Это в ГГшках послов. Спасибо. Фабриковать скандал, по-моему, тоже что и лояльность снизить. Разве нет? Ну, в ГГшках это убить послов. Ну, а в обычных городах это лояльность. Fomite unrest. Держать беспорядки? Да. Ой, я нашел бывшие города Польши. Радом, Лодзь. А вот и бывшие города Ацтека, Аскапацой. А, вот он на такой кишке тут появился. Да. Ровненько, красиво. Ну, что тут вот с минус 4 счастья, плюс 11 конки, плюс 12 даже. Тут 23 в столице. Можно было. Что это такое? Сейчас качка что-нибудь вышла? Черепаха вышла. О, Modern Armor. Ну, все. Уже? О, в смысле уже? Там же 6 ходов, 7 ходов Modern Armor танк. Предоставлено науки. Поставил город. Сандро, забирай. Даже, подожди, сейчас тебе район заложу, подожди сейчас. Давай вот посмотри, вот. Там от танков до современных танков всего лишь 3 технологии. Немец, возьми инженера.
Ладно, ребят, пойду я, наверное. Давай, ты сделал все. Спасибо за игру. Да, спасибо. Спасибо за игру. Всем. Сделал мой день, Invictus. Я так люблю рядом с тобой спавниться, просто вот. Так же, как и с Греем. Ты считаешь меня своей ГГшкой, да, хулиган такой? Нет, нет. Я просто знаю, что ты склонен к нападению. Не, ну мы... Приходится с тобой воевать. Не, ну мы попытались, но... Сорок шесть. Блин, это Moonlight всех заразил вот это, и мы попытали. 53,5. Меня из цели выкинуло. Цела сказала, ты недостоин. Ты не готов. Да. Наверное, пингал и крашнулся. Сайз перебросить. Вы не готов. Сейчас спокойной ночи. А вообще, я вам советую уже давно скрапать. Мы таких советов не принимаем. Блин, Халецкому просто караваны больше денег дают, чем к тебе. Это ужас. Это ж Египет должно быть. Так давай союз заключим. Еще больше будет давать. Давай. Я, по-моему, закидывал дружбу, да? Иди, ты меня уже что-то убил? А, ты не видишь. Да, он далековато чаще. Инвиктуса нет вообще. И поляк, хорошо. У него босс. Так вот, я по-прежнему продаю книжки. Сейчас скажу, поскольку. Уже не надо. По 225. Ну, мне просто денежка нужна. Я, чтобы не... Ну, я ее явно вернуть не смогу, поэтому хотя бы так. Да, Леша, союз. Ядвига предлагала 500 денег. Не стоит, наверное, принимать. Я отказался. Тебе нужны деньги на ап? Modern Armor. Я не могу много взять у тебя, потому что все равно это в никуда. Сколько вот, чтоб ты, тебе осталось еще прапаться нормально? Не очень много, но так, чтобы я хоть отобрыкался. Мне прапаться, чтобы ты отбрыкался? Нет, ну тебе не нужны деньги, что ли, вообще? Я могу все... Мне? Ну да, сейчас, на. Ну вот, я тебя... Города еще передать? Слушай, давай.
закончим ход подведением итогов следующего хода, да? Игру закончим, потому что поздно уже. Имеет смысл за Египет убивать золотую бегешку, чтобы все в тебя кидали караваны? Мне вот интересно, будет профит или это плохо, плохая идея? Ну попробуешь как-нибудь? Я попробую, я люблю вот такие штуки проверять. Ну, если я тебе сможет. Там предложение кинул. А сейчас. А я уже нажал просто. Что там за emergency? Чего мне не показывают? На пресс. Ну, вот стэк под гумена. Да, мне почему-то все три приняты. Немец, не хочешь купить книжек? Что за книжки? Ты как этот, камень-вояжер. А что делать, понимаешь? Надо же хоть как-то остановить это пухлое зло. Хорош. Жена-ненавистник. Мало того, там еще шпионом в Лиссабоне разбивали всех послов, да? Ужас просто. Надо сносить этот Лиссабон нафиг. Конечно. Ну что, у него там 11 послов, 10. Только у него, больше ни у кого нет послов в Лиссабоне. Пять ходов, наверное, надо сносить, действительно.
Так, а где мои армии? Точнее, корпуса кавалерии. Правильно начинает проект Манхэттен. Как ты догадался? Вылезла. Ну правильно. Будет забрасывать всех ракетами. Рокетмен. Позже я продлю союз. О, пророк. Плюс 4, прикольно. А что у нас в модерне хорошего есть? В темном веке. Карточка на ядерке. В модерне? А разве нет там? Мне кажется, она в атомной эре появляется только. Двойной бонус за атаку. К опыту нету там такого. Жадные бюргеры, по-моему, там есть. Там, по-моему, жадные обороны, коллективизация. О, за Германию жадных баронов. Не взять это прям. За Германию коллективизация. Да, коллективизация, да. Или это Египет говорит? Арабия. Короче, я все уже. Я не знаю, как вы играете, но я уже устал.
просто вот. Релиз или тракер. Без арты этот город не берется. Что тут в Чикаве опять отваливается? Вижу армии модерн танков под Радомом. Да, я тоже. А твои города, твои личные города, Качечка, они ниже этих или где да, они? Да, ниже. Я построил Манхэттен. Да. Давайте голосовать. Как в прошлый раз, в личку.
Ну да, тебе в личку. Тебе, ты же построил, значит. А расскажите поподробнее. Ты построил Манхэттен, тебе надо в личку написать плюс или минус, да? Да. Плюс вступаешь в ядерный клуб, минус не вступаешь. Плюс это значит мы можем строить и бросать друг друга ядерки, да? Нет, плюс это за запрет. Если можно, подоходчивее. Чуть не понимаю. Плюс ты за запрет. Если так. Будет больше половины, то есть три игрока проголосуют за запрет, или больше, то они вступают в ядерный клуб и друг на друга не бросают ядерки, но на остальных бросают. Те, кто проголосовал против, бросают на всех в любом случае. Минус бросаешь куда хочешь, плюс никуда хочешь. Пока только Алексей. А кто это? Артём, да? Нет, это Антон Удаки, да? Да-да-да. В игре мне отправляйте. Минус, короче, бросаем во всех, правильно? Да. Еще раз проговорю. Если минус ставлю, то мы не входим там в дружочки-пирочочки и, короче, херачим, как попало, ракетами. Да, плюс, да, да. Это значит, что мы тоже можем бросать, но не в друг друга. Да. Ага. Ты этим ходом поляка добрал? Да. Я сжег город. Первый раз, кстати, такое. Единогласно все проголосовали за запрет, наверное, ядерного, да, оружия. Или нет. Ну, не факт. Ты все правильно сделал. Не, вот я поэтому и говорю. Может, я туплю, поэтому. Сорян. Я вот тут вижу, он так прикольненько. Ой, тут все море в кораблях. Охренеть. В этих караванах через Атлантику бегает. Серьезно? Да. Что, сейчас придет грабить их? Зачем ты рассказал? Круто. У него не должно быть лот. Нигде гавани не строят. А, есть! Нет, это развлекалов. Ну, у него не должно быть лот. Секретный центр по водолазам. А где у тебя? Тебя же нет. Я просто знаю, что у тебя не должно быть лодочек. Уничтожил археолога. Нет, просто звучало. Хорошо. О, квестик зашел. Хорош. Город 3. Ой, человек без фантазии. Назвал бы его Кривой Рог хотя бы. Нет. Черный Кривой Рог. Это судьба Конора. Черный Рог. Кривой Рог. Черный Рог, вот. Черный. Он красный. Тут руды много. Все красное местами бывает. Напал на маленькую, дружелюбную Нигерию животное. Фу. О, качечка, ты награду какую-то получил?
Не знаю, какую. Мне написали: кризисный союз, цель которого качечка, окончился неудачно. Не было такого. Эскалация милитаризма. Участник союза одержали победу. Странно. А, мне дали 3600 бабла. Апаемся, пар. Вот это подгон, так подгон. Это да. Не поспоришь. Я тут сидел, лапу сосал. Слушай, Артём, серьезно, ты опять на меня собираешься нападать? А какой у меня выход? Боже, Артём, ты какой-то дежавю у меня. Ты сейчас точно так же отлетишь. Без ядерных ракет дольше, конечно, но боже, Артём. У тебя человек сзади, Голландия, побеждает по очкам. Ты даже если меня заберешь, ты его не догонишь вообще. Это вот тебе с ним воевать надо. Ну ты же понимаешь, что с ним нереально воевать. Как это нереально, если он нападает на Конго на другой конце карты? Боже, Артём, ну как так можно вообще? Ну как это, какой-то дежавю реально, одно и то же каждую игру. Не брать Сандру просто. И Арчи. Да при чем тут Сандра? Я шучу, Леша. Кстати, они там карточки пофиксили вот в том моде, чтобы не работали и чтобы нельзя было рыцарей строить. Артём, пойдем вместе воевать с Голландией. Ты заберешь его... Точнее, я и так воюю с Голландией. Я через тебя пройду, заберем его города. С этой стороны, с твоей. Ты не понимаешь, что ли, что... Голландец забирает Конго, даже если ты забираешь меня вот одновременно с ним, ты его не догоняешь никак. А чтобы догнать его и перегнать по очкам, тебе надо его забирать. Я уже молчу о том, что ты меня не заберешь просто, потому что те же модерн танки, ну ты модерн танками против модерн танков воюешь. Это без ядерных ракет вообще нереально. РСЗ. О, РСЗ. Сандер, ты качнул РСЗ? Вот, выкачиваю сейчас. Вот буквально чуть-чуть осталось. Блин, а сколько у тебя там? Ну, похвастайся. 6! 6 есть? Больше. А когда союз с ним чарой кончается? Это серьезно, не. Артём, в общем, ты не согласен, да? Блин, если бы Грей так делал, как Артём, но Грей сразу хотел ударить мне в спину. Артём, пообщайся, пожалуйста, как-нибудь. Да, Эдос. Ну, во-первых, я не могу сейчас напасть. На Сандро, если бы даже хотел, как бы. Ну, вы с Алексеем просто упоритесь. То есть я сейчас бросаю захват его Лиссабона, то есть он останется с деньгами, со всеми, перебрасываю войска к тебе опять. Ну, это, ну, я не знаю, это какой-то... Такое ощущение, что все как бы на победу Сандро играют просто. Он им подкупил, он им сальца заслал. Ну послушай, ну ты, ну Артём, ну просто даже логически. Окей, ты вот сейчас идешь и забираешь меня. Без вопросов. Окей, предположим, забираешь города. Но ты не можешь догнать голландца, потому что он забирает города Польши, Конго и Ацтека. То есть, одинаково абсолютно. Еще и без ядерок, это вообще будет тяжело. Тем более без ядерок, да. Сандру, что без ядерок. Понимаешь, без ядерок. Я тебе предлагаю вдвоем нападать на голландца, забирай ты его города. Он не сможет забрать города мои.
Не, ну если они вдвоем пойдут, то у них может получиться. Давай посмотрим. Ну, надо хотя бы попытаться, понимаешь? Если они будут воевать, то уже можно как бы, ну, все. Ну, там может улететь человек, нет? Ну, может. Может. Ну. Сколько у него науки? Не должен улететь. Не должен. Ну, я попробую. Я с 4... Сколько у меня тогда, Лёша, было? 450 я не смог вылететь. Что-то такое. Вот за Францию недавно мы играли. И мне не хватило 6... Сколько? 6 ходов. Ни одно гриль. Так вот, да и все. Фантом, сноси Женеву. Артём, ты мне скажи, ну в итоге, то есть мне не нравится, когда это вот на несколько ходов растягивается. Я просто держу войска около Лиссабона, чтобы его захватить, чтобы убрать у Сандро деньги. Мне их перебрасывать к тебе? Или все-таки захватывать Лиссабон? Да думаю, пока не нападаю. Блин, Голландия классная страна, мне очень нравится. Переезжай жить. У него там реки, походу, хорошие. У нас сейчас референдум и гражданская война в стране. Люди хотят в Голландии жить, а? Сепаратюги на востоке соединяются. Да. Что там происходит? Ух ты, малое поражение всего лишь. А ну, ребята, постойте. Ага. Нежданчик, да? Сейчас что-то я забыл явно. А, ну понятно. Эль Виктор. Не, на самом деле вот. Все вот это здесь, потому что пришел квест. Мне было 4 корпуса было. А я на Польшу брал, наверное, да? Какой-то квест. Наверное, я не знаю. Мне за Польшу пришли деньги. Да, на Польшу был какой-то квест. И ты у меня денежек завез. Помоги выпилить поляка, да, получи квест. Обалдеть. Ой, усталость от войны спала. Да! Ща, жизнь засияла новыми красками. Видишь, я принес тебе добро. Я тебя спас. Ничего не будет, брат. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!